Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами снова окунемся в мир Tomb Raider. А мир юной девушки Лары Крофт, юной исследовательницы, первооткрывательницы и просто хорошей девушки. Давайте продолжим ее приключения, вперед. Но на удачу нам надо... Стоп, что? Да. Вот. На удачу нам надо питьевую друг другу дать. Вы готовы, ребят? И пять! Ну что ж, посмотрим, что нас ждет. Что нас ждет в этот раз. Мы с вами остановились вот здесь вот. Выбрали, видите, какой прикид у нас теперь. Скалолазки. Лара Скалолазка. А, мы, да, разгромили лагерь. Господи Иисусе, да. Это все мы наделали? Боже мой, не верится просто. Да я зверь. Я королева мира, господи. Я могу убивать кого угодно. Безнаказанно. Ту-ту-ту. Нет, конечно же, нет. Мы добрый человек. Давайте возьмем. Почему не берется? А, все, взяли. Так. Так, чутье. Наше паучье чутье, что нам говорит, куда нам идти? Черт, меня дери, я не знаю. Пойдемте вот сюда зайдем. Тут... Так, и мы можем... Сейчас. Вот сюда стоять, да. Я думаю, бочки можно разрушить, но нет, к сожалению, нет. Немного китайское, да, такое? На вид китайское-японское. Строение. Смотрите, там пещерка есть. Да, стоп. Это что, лагерь? Еще один? В смысле, лагерь и там лагерь? Везде лагерь или здесь только лагерь? Ладно, неважно, давайте сядем. Может быть, мы можем что-то проапгрейдить, кто знает. Кто знает. Так. Модификация лук. Давайте его... А, мы не можем. Хорошо, пистолет. Так, вот что-нибудь мы можем проапгрейдить, да? Сколько у нас вообще денег? Я не вижу. У нас 182 детали. 250. Нужно. Нам не хватит. Так, хорошо, рычаг. А, у нас рычаг уже прокачан. Поэтому ладно. В общем, ни на что у нас деталей не хватает. И бац, смотрите, я что одел обратно. Оригинальный костюм Лары, потому что он очень красивый, сексуальный. Могу я немного порадовать глаз себе, а? Могу или нет? Сказал глаз, как будто я об одном глазе говорю. Да, я могу порадовать только один глаз, потому что второй у меня ничего не видит. Я слеп на один глаз. Шучу. 25 июля 82 года. Прошло уже несколько дней, как разбился самолет. Мы во второй раз попытались выбраться отсюда на лодке. И опять неудача. Почему-то я знал, что так и будет. Как и тогда, поначалу спокойное море внезапно заволновалось. Стоило нам выйти на открытую воду, сразу поднялся штормовой ветер, а с ним пришла чудовищная волна. Нашу спасательную шлюпку, как игрушечную, силой вышвырнуло на берег. У нас еще два трупа. И один тяжелораненый, ему уже не помочь. Остальные почти впали в отчаяние, и все ждут от меня какого-то решения. Да, у меня есть план, но их он не включает. Слабые и глупые. Они здесь будут только обузой. Конечно же, я предложил им еще раз рискнуть и уйти отсюда на лодке. Но в этот раз точно без меня. Это самоубийство. Теперь мне это предельно ясно. Ах, он такой сикой. Это тот чувак, который был с Саманта Китайоска. Так, опа, мы можем зажечь наш факел. Давайте зажгем. Если я в воду запрыгну. А, я испугался, я думал, утонул. А тут можно идти спокойно. Хорошо, вылазь. Все, пойдемте. Приключения ждут. В общем, тут все очень мистично. Что это? Тихо. Потушить. Ой, стоп, я что-то не ту кнопку нажал. Как затушить огонь? Все, я понял. Так, мне надо сменить оружие. Как менять оружие? А. Зачем вы это делаете? Зачем делать, мужики? Не горячитесь, на. Сейчас, как менять оружие? Забыл. Менять. А, лук, вот, все. Спасибо. На, умри.
А, надо натянуть. Натянуть. Оп, умри. Уху, меня стреляют в ответ. На. Все, насмерть. Я его сейчас упаду. Так, прячемся. Блин, из-за того, что я забываю вечно управление, я вот палюсь так жестко. Сейчас мы вспомним все. Смотрите, в упор друг друга будем стрелять сейчас. Ой, я промахнулся, и он по мне промахивается. Слушай, мы стоим друг друга, чувак. Ты не умер? Кусной, на. Хедшот. Ну-ка, стоять. От. Стрела в колено. Так, давайте обыщем его. Новая модификация. Воу, еще один. Да сколько вас там? Вы друзей своих позвали? На. Хедшот. 15 опыта дали мне за это. Так, сейчас мы залутаем все. Окей. Окей, это, конечно, да, это я. Значит, стоп. Надо попробовать еще разок. Вот мы делаем это. И тушим огонь на... Ага, все, я понял. Теперь ни за что. Оп! Тихо. Итак, пистолет вниз. Это вверх, все. Запомнили. Так, ну мы, что мы будем делать? Что мы будем делать? Давайте, прежде чем мы пойдем выше, нам наверняка наверх надо. Мы здесь пройдем и наверняка какой-нибудь журнал с вами отыщем. Паркур, мазафака. Нет, здесь ничего нет, оказывается. Не может быть, зачем это место здесь? Неужели просто... Так, а, может быть, прыгнуть? Нет, стоп. Давайте. Да, можно запрыгнуть, чтобы что? Чтобы стрелы найти. И сундук. Стрелы. А, мне максимально странно. А, ну я же у этих ребят забрал. Все, открыли очень. Это было сложно. Мы нашли кучу деталек. Замечательно. Ну разве это не великолепно? Не помню, говорил я уже вам или нет. Но скажу еще раз. Видите, вот эти все секреты, да, и так далее. Я не очень хочу тратить прям много времени на это все дело. Поэтому, если будут по пути попадаться, я буду ее брать. Если не будет, то в попу это все дело. Потому что я хочу, ну, именно пройти игру по сюжету. Вместо того, чтобы вот этим заниматься всем. Это уже лично вам, если кто захочет. Итак, вы нашли секрет. Так, это что, как? Это секретное место, да? Мы можем это поджечь. Понял. Хорошо, нам надо зажечь факел. Только где? Придется вернуться обратно, да? А мы не можем обратно. Стоп, стреляйте по светильникам, чтобы разбить их и устроить пожар. Чё-то не увидел я. А может... Неужели пистолетом надо стрелять? Или можно вот так сделать? Я думаю, можно выстрелить. Что это? God damn it. Вот, можно пролезть здесь. О, у нас есть дополнительное задание. 5 светильников нужно уничтожить. И нам дадут опыт. Странно, я вот в жизни реально ломаю светильники. Как? Нефиг делать, мне опыта не дают. Стоп, бесшумное убийство. Да, вспомнил мы. Спасибо. Дай. Стой. Он стоит там впереди. Тихо, тихо. Давайте мы его залутаем. Хоп. Как им нравится, умирать от моих рук. Ну-ка. Может быть, выстрелить ему в голову? Я не знаю, кто это был. Тупо, что они знают, сразу знают, что я где-то тут. Вот видите, они должны были здесь замешкаться, наверное. Пс. Ладно, неважно. Вау! Динамит! Тихо, 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 тихо. Меня убили. Да, я мега. Мега про. Сразу видно. Ладно, давайте не будем нападать просто так. Лучше по стелсу идти, я думаю, все-таки. Тем более у нас для этого есть все средства. Нету и... Нет здесь никого.
Все в порядке, не волнуйтесь, ребят. Смотрите, а может другой чувак стоит здесь, да, по-моему, до этого был кто-то другой. Хорошо, пойдемте. Просто идем. Нет, здесь нет. Так, хоп. Хоп. И мы здесь. Итак, сколько у нас врагов тут? Вон враг стоит. Еще наверняка надо мной кто-нибудь, да, стоит? Не знаю. А, как... Тварь! Да, увидел меня тот. Все, понятно. Ах ты, сволочь. Оп. На! Убил! Нет! Со мной все в порядке! На! Умирай, 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 скорее. Так, он чувак. Динамит пустил меня. О, я горю, горю. Горю, тихо, сидим. Сидим. Твои твари, а такая. На! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Почему нельзя бить в рукопашную людей? На, умри. Тихо, опять динамит, опять динамит. А это коктейль молотого, точнее. И попал. Прям по пикселю хотел. Да чтоб тебя, почему ты дергаешь головой, Ник? На, сволочь, опять не попал. Хотя целился прям идеально, фактически. На, рюкзак. Что он не пробиваемый, по-моему. Попали, умри. Хорошо, ладно. Придется подойти поближе. Так. Вот, хорошо. А, мы не все еще. Мы еще не все? Что происходит? Это скрипт? Я не знаю. Так все горит смачно. Окей, кто еще здесь есть? Это скрипт. Так и должно быть, я уверен. Окей. Что ж такое? Кто взрывается? О, прыгните на трос, чтобы ухватить за него. Эпично. Там все. Смотрите, мы после себя только разрушение оставляем. Не кажется? Куда это мы? Что это? Тупик. Я справлюсь. Fucking do this. Давай. Просто ползем вверх. Я думаю, это будет сложнее. Это очень просто, на самом деле. Окей. А, стоп. Нет, неправильно. Правильно. Все правильно делаем. Она довольно-таки быстро и ловко со всем этим справляется. Молодец. Молодец просто. Еще несмотря на то, что дождь, довольно-таки скользкие камни должны быть, но она справляется. Молодец. Что опять? Что опять? По мне стреляют? Откуда они знают, что я иду? Что их надоумило? А, это рот. I'm rot, motherfucker. Don't touch me. Смотрите, его ногу отожрали просто. Слава богу, ты жив. Бог здесь ни при чем, Лар. Я тоже рад тебя видеть. Боже, как досталось твоей ноге. Да нет, это только на вид страшно. Мне, на самом деле, его жестко отъели, очень прям. Ты что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Да кости, что ли, обглодали, да, прям? Что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. И кусок моей ноги, понимаешь? Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Черт. Да уж, помоги мне. Идем. Окей, мы будем охотиться на волков. Где наша остальная шайка? Где тот ученый? Нет, он... Пожалуйста, пожалуйста. Понятно, болевой шок, наверное, или не знаю что. Нам нужен рюкзак, правильно сейчас. Думаешь? Сейчас. Да, правильно, оттащить его... костру, наверное, не знаю, что прижечь рану или поджарить ногу. Не знаю. Слава богу, Джефф. Сейчас такой просыпается. Бог тут ни при чем. И снова в отключку.
Ну что ж. По следам будем искать, да. Господи, что же делать? Дайте подумать, что же можно сделать? Рюкзак. Волк такой кричит ей. Дура! Волков искать! Чтобы, значит, на случай, если мы совсем не поняли, что делать, нам волка показали еще разок. И не только показали, где он стоит, куда нужно идти, но еще и следы нас ведут вдобавок. Так, что это? А, это нужен огонь, чтобы поджечь этот предмет. Давайте... Найдем огонь. А вон огонь. Курицы разбегались, а? Что это было? Бага. Поджигала руку свою. Окей. Все, давайте, зажигай. Начнем эту тусовку. Получается опыт в ходе испытания. Получите опыт в ходе испытания. Иллюминация. Так, можно затушить огонь на случай, если нас захотят убить кто-нибудь. Я вижу вон, чё, висит. Мы можем запрыгнуть на веранду? Оп! Можем. Так, где следы волчьи? Я чувствую запах. Чувствую. Где-то они здесь. Ох, ух, прикольно, раскачивается. Стоп, прежде чем это, я что увидел, вот что. Это надо поджечь, разумеется. Где огонь у нас? Вон огонь. Так. А, и вон еще ящичек с инструментами. Круто, это наверняка еще лагерь должен быть. Так. Хорошо, пока огонь тогда не будем тушить, потому что он может нам пригодиться еще. У нас 390 шестеренок в карманах валяется. Ни много ни мало, да? Как нам теперь? Куда нам теперь? Нам теперь... Хэп! А, нет, стоп, не отсюда, мы же прыгали. Вот отсюда. Оп! Хорошо. Прыжок. И мы здесь. Руины периода Камакура. Это тоже была часть Яматая. Похоже, вещь американского морпеха. Эти отметки означают потерянных друзей или убитых врагов. Какие отметки? В любом случае, ему нужно было выпить. Или сколько он дней здесь пробовал. Уау, ладно, хорошо. Так. Собственно, куда нам теперь? Нам... Где следы волчьи-то? Где волчьи следы, не помню. В общем... А, ну наверняка нам как-то вот так вот через эти развали нужно пройтись. Дофигища деталек мы находим с вами. Просто властелин деталек. Давайте подождем. Окей, куда нам? Куда нам? Где, кстати, откуда волк показывался? Я весь такой шучу об очевидности задания, типа для тупых объясняет, а сам не понимаю, куда идти. Куда идти? Или сюда пойдем. Повыше. Я не знаю. О, смотри, там что-то блестит. Я нашел секрет. Какая-то коробка. Тоже оставил их здесь. Так, волк нам еще раз подсказал, куда идти, на случай, если мы совсем дебилы. О, смотрите. Яйца давайте возьмем. Расхититель гнезд. Разоритель гнезд. Почетное звание. Так, да. Пойдемте вот так, что ли, я не знаю. Совсем не понимаю. Зачем этот канат сюда?
fucking get it. Мне надо наверх. Понятно. А как наверх? Может быть, вот как-то сюда. Оп. Через самолет вот этот вот. Оп. Вот это эпично. Все. Кранты моему факелу. Намок весь. Нет, что происходит? Тут же какие-то взрывы, все происходит постоянно. Ага. Теперь вот так, да? Правильно? Во! Мы допрыгнем отсюда? Допрыгнем. Вот так. Все, вот болт. Воу! Волки где-то тут. Вот сюда надо, да, понятно. Мне уже настолько... Я настолько глупым считают, что я прям подсвечит. Вот сюда, Женек, ну сколько можно? Они правы. Я настолько глуп и невнимателен, поэтому я раздолбайски играю. Вау! Так, стоп, я хочу... А, мы будем... Нам только с пистолетом здесь можно? Хорошо. Для... Это для... чтобы драматично выглядело прям так. Стоп, нет? Мне нужен только рюкзак. И все. Ох, смотрите, сколько костей. Волки здесь орудуют. Ну, теперь они будут сзади, естественно. Гача такие. Ну где вы? Вот он. Окей. Теперь нужно вернуться к роту. Ну волк, это же не так опасно, в принципе, да? Просто пару выстрелов с луком или с пистолетом, но выставлять все так, как будто будет дико стрёмно. Все, быстрее. Стоп! Нет, 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 жрут ногу как роту прям. Это супер волк. Это не просто волк. Посмотрите, он огромен. Так ему. А? Тычем, 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 тычем. Зарежу, зарежу. А, вообще отсюда позорный был. Все, умер. Смотрите, мы сразились со зверем. И победили. Это все? Все, кажется. Даже пистолет не пришлось использовать. Ух. Так, окей. Берем лук. А, где-то был канат здесь, вот он. Давайте. С трамплина. Оп. Отлично. И нам надо к роту вернуться быстрее. А его уже там, наверное, и нет совсем. Ой, ударилось, ничего страшного. Так бывает. Оп. Смотрите, я уже просто супер-мега-паркур-мастер. Я вижу, что там блестит. Надо посмотреть на это. Это же... Это же... Это же... Тайничок. А это что такое? Это индюшка. Кабу, кабу, кабу. Идем сюда. Он здесь спит. Я думал, его уже здесь нет или жрут ногу вторую уже. Так, хорошо, он сейчас жив, судя по музыке. Так, сейчас тебя подлечим. Ох ты, я думал, это покажут как-нибудь. Или нам нужно будет самим что-то сделать. Рот. Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку.
Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Они так говорят, как будто бы про предыдущую вселенную игры. Про предыдущую Лару. Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. Удачи. Эх, а не опасно оставлять его здесь, когда он не может ходить, и повсюду волки? Ну ничего, у него есть покрывало. Сначала испытай ледоруб вон на той скале. Окей. У него есть покрывало, он сможет накрыться, если волки придут. Что, это не поможет, нет? Да, можно залезть. Давайте попробуем. А, вот так, хоп! Прикольно, новую фишечку сделали. Можно прям вот так вот как-то лазить. Оп. Так скалолазы и делают обычно. Хорошо, давайте еще одну скалу найдем. Да, поскольку теперь из-за самолета мы не можем добраться туда, наверх. Оп. Прикольно. Увлекательно так. Хоп, хоп. Так, ну, знаете, первый блин всегда комом. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Обещаю вам. Давай, Лара, ты позоришь меня перед людьми. Перестань. Сосредоточься. Ползем. А, нам же тут и подсказывают. Ну что ж. Куда ты? Куда ты? Я тебя просил? Вот я тебя просил спрыгивать так. А-а-а. Лара. Лара. Ребят, это все она, это не я, это серьезно. Все, ползем, ползи. Да какого черта? Че я не так делаю, не понимаю. Блин. Как неловко. Ужас. Давай, наверх. Наверх, черт тебя дери. Наверх, все. Пошли. Теперь мы хоп. Все, получилось? Получилось, наконец-то, господи. Спасибо всем, кто верил в меня. Так, куда нам? О, здесь эти символы. Что надо сделать? Гробницы какие-то осмотреть? А, нам надо наверх, стоп. Вот так. И мы здесь. Теперь по этой скале надо. Смотри, что вижу. Надо забраться здесь. Можно? Нет. Придется сначала на эту скалу прыгнуть. Тяж! Стоп! Воу! Чуть не упал. А, можно и так ползти было. А я прыгнул зачем-то все время. Тихо, тихо, тихо. Стелс режим активирован. Чувак на меня прям смотрит. Давайте. Давай, переждем бурю. Давай. Почему они не возвращаются? Давай, зайдем внутрь. Такие болваны. Орут прям на всю округу, чтобы услышали. Время есть. Можно передохнуть. Потом нас пошлют разбирать обломки. А зачем она им нужна? Так, хорошо, нам надо убить их. Да. Она еще работает? Наверное. Тут чувак что, ушел? Нет, он там. Отец Матиас не желает, чтобы не привлекались. Думаешь, у него есть связь с внешним миром? Сейчас мы их убьем, не волнуйтесь, только пусть договорят. В смысле? Матиас точно знает, когда придет новое судно.
У нас всегда полно времени. Значит, вышка заманивает сюда корабли. Дошло. А зачем? Думаю, он пытается найти ее. Ключ. Ключ? Ты вправду в это веришь? Ну, не знаю. Все, об этом нельзя говорить. Ну да. Давай просто отдохни. Да, ее? Ты прав. Это мы ключ? О! Что произошло? Почему чувак не реагирует никак? Уже спать лег? Не понимаю. Что это такое? Странно. Ну умри тогда, раз такой тупой. Теперь ты что ли? Но он мог не слышать. За это и поплатился. То, что такой ненаблюдательный. Очень, очень гладко мы с ними расправились. Прям не верится даже. Я думаю сейчас... тревога! Как нам... Ага. Так. Стоп, мы можем светильники. Господи, курица напугала меня. Я вижу чемодан. Светильник не ломается. Так, а мы стоп, мы их обыскали вообще? Итак, блин, штука, нам нужно поджечь как-то факел. А, вон светильник, который мы можем, да? Вот. Горим! Нам не дали за это ничего? Хорошо. Мы могли их поджечь. Ага. Ладно, буду знать. Так, факела нет у меня. Ну, хрен бы с ним. Стоп, тайничок. Нашел. Скала. Так, прежде чем мы пойдем туда, давайте сейчас сюда станем. Посмотрим, что здесь есть. Во-первых, здесь есть эта штука. Ну, можно допрыгнуть? Ого. И там у нас есть что-то еще. Еще этаж какой-то. С ящичком, которым хранится. А вот ступка с пестиком. Возможно, в ступке остались осколки костей. Надеюсь, животных. Окей, хорошо. Всякое барахло мы находим здесь, понятно. Простите. Итак, нам надо... Блин, зажечь, но я не могу зажечь, потому что у меня... Стоп, чувак, труп лежит там, да. А! Ух. Как раскачиваться на этой штуке? Никак, видимо. Давай просто так допрыгнем. А, вон, можно огонь найти, отлично. Сейчас мы туда все сделаем. Ох. Пардон. Почему? Что это за баги такие, господи? И открывайте. О, посмотрите, еще тайник я вижу. О. Сейчас мы к нему придем, к этому чуваку. И обыщем его. Возьмем вот это. О, смотрите, дневник здесь лежит. Я разговаривал с жителями острова, несмотря на запрет покидать дворец. Мой долг — выяснить истину. Но тому, что я услышал, невозможно поверить. Ходят слухи, что императрица связана с потусторонним миром. Говорят, она повелевает солнцем и дождем, и земля плодородна исключительно благодаря ей. Это, конечно, вздор. Но что же породило подобные слухи? Или это такой метод правления – культивировать в народе примитивные суеверия? Я видел благоговение в глазах аборигенов, когда они говорили о ней, но нельзя было не заметить и страх. Она правит справедливо, налоги разумны, а штормовые стражи надежно защищают местных жителей. Неудивительно, что некоторые даже молятся ей. Для них она больше, чем императрица. Она божество. Посеять в здешнем народе смуту будет гораздо труднее, чем я изначально предполагал. Вот так вот мы находим различные
записи интересные. Я их скипать не буду, пожалуй, потому что они наверняка могут быть вам интересны. Так, ну что ж, давайте вернемся сюда. Как мы в прошлый раз это сделали? Мы сделали это вот так. Еле-еле зацепился прям. Ух, как это было напряженно, да? Черт, костер потух. Факел, точнее. Сейчас мы его придется еще раз зажечь. Конечно, блин, я трачу время на это все дело, на вот эту вот ерунду, которая неинтересна на самом деле никому. И мне в том числе. Это освещать статуи, все это нафиг надо. Конечно, да, мы получаем опыт за это, но пофиг. Я думаю, игра все равно рассчитана так, чтобы можно было и без этого нормально играть. Все, поползли. Упс, все падает. Нет. 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 Вот это очень эпично. Да. Лара, ты на связи? Рейс, вы где? Нашли Сэмми? Мы еще идем по следу. Хорошо. Я собираюсь послать сигнал бедствия со старой радиовышки. Что скажешь? Лара, тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. Найдем. Тихо. О, запалили. Пожалуйста, сходу. Не надо, не надо. Пожалуйста. Так. Да, Лара, мы теперь сильные. Отходим. Оп. Умри. Все, один готов. Так, вон сидит. Нам придется подойти прям к нему. Давайте убьем его. Стоп. О, с мачете бежит на нас. На, пах тебе. Помогите, да. Моли о помощи, дрянь. А, теперь они боятся нас. Давайте толкнем его. Затолкаем его. Что это за звук? О, хэдшот. Звук, как будто кто-то что-то чем-то машет. Странно, непонятно. Окей. У нас есть достаточно деталей, мы когда найдем лагерь с вами, мы проапгрейдимся немножечко. Все, тушим. Тихо! Очень осторожно было это. Мы супер уволень, понимаете? Мы только касаемся вас, она сразу ломается. У меня плохое предчувствие. Смотрите, грузовик, японский. О, лагерь. Ура. Хоть холодно. Так хочется ее обогреть, когда ей холодно. О. Снова будем смотреть записи. Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Черт. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс, а это что за милый лисенок? А, что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. И ты бы... Да, займусь делом. Это точно электрика. Папа пошла. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Грим, пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит. И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну, я и боднул ее в лицо. Удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Да. О, рот.
И это... Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Ух ты, какая Доктор камера. Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О боже, стоп, стоп, стоп! Стоп. Такой он дико бесивный, прям аж бесит. Он вернется? Я его приведу. С мировым исследователь замка, крепкая рыба. Вы же всемирно известный археолог, доктор Уитмен. Редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Такой он упырь. Смотрите, он прям бесит нас всех. Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. Без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и Яматай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну, мы справимся со всем, что нас ждет. Ну вот что, Лара? Так. Соберись. На тебя надеяться. Что ж, давайте что сделаем? Мы сделаем апгрейды все и, спасибо, думаю, Роту мы там закончим. Тренировки. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения, он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Так, давайте что-нибудь. Целая организация. Они убивают. А мастер выживания это? Некоторых принимают к себе. Но так, что мы выберем? Похоже, это какая-то. Или боец. Знаете, что-нибудь для бойца выберем? Мы еще ничего не покупали. Стойкость. Чего вы можете хотят? Пропустить чуть больше ударов, чем раньше. И отомстить обидчику. Вы можете ненадолго выводить противника из строя, кидая в них камни и землю. О, кстати, полезная штука. Давайте ее возьмем. Нажмите B, чтобы увернуться, а потом Y, чтобы бросить в грязь. А, вот это что такое. А я думал, прямо с земли можно подобрать. Окей, хорошо, мы потратили очко одно. Ну мы все. Теперь давайте... Так, снаряжение. Давайте начнем с лука. Мы им чаще всего пользуемся. Так, что у нас это? Усиление. Лук с усилением плечами, с усиленными плечами можно натягивать сильнее, что позволяет увеличить урон от выстрелов. Оплетка тетивы повышает скорострельность. Давайте это. Хорошо. И да и скорострельность повысим. Почему бы и нет? Так, отлично. Дайте попробуем пострелять. Сейчас. Так, насколько быстро? Быстрее стало или нет? Непонятно. Что это? Коробочка. Кажется, эта монета вошла в обращение в Японии где-то в середине 19 века. Понятно. Окей. Ну что ж, садимся. И на этом мы с вами, ребят, закончим играть. Продолжим в следующий раз. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, добавляйте друзья ВКонтакте, вступайте в группу по Тачи-Стиме. Все ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин. Давайте 5. Вы готовы? И 5. С вами был Юджин. И всем... Let the carnage begin! Охренеть, сколько здесь мест, куда можно пойти. Я запутался. Ой, боже мой. Кто это? Куда она меня ведет?
Она сейчас покажет мне, где ключ. Она знает, где ключ. Я вот что. Странная атмосфера. Иди, дитя мое, ты восстал из праха и идешь в сад. Господь? Это ты? Услышь голос мой и знай, что я твой создатель. О, Боже мой.